Святой Николай запорожским сиротам. В областной библиотеке стартовал сбор подарков для детей из детских домов. Планируется, что около 500 детей получат презенты в канун Нового года. Акцию по сбору подарков для детей, лишенных родительской заботы, проводят в стенах областной библиотеки уже в третий раз. Организаторы «Социальный центр Промения» при участии волонтеров из Металлургического колледжа отмечают, с каждым годом желающих сделать праздник для детей действительно праздником становится больше. Откликаются все люди, все неравнодушные люди, которые понимают, что такое сирота, что такое ребенок без родителей, ребенок, который, в общем-то, может быть, недополучает что-то, хотя и живет в каком-то государственном учреждении. Поэтому люди стараются принести какие-то хорошие вещи для ребенка, то, что доставит ребенку радость. Будем собирать и одежду, и обувь для детей, и сладости, и канцтовары, и книги, и игрушки. И потом эти подарки будут паковаться и развозиться по детским домам. Благодаря такой помощи более 500 сирот из города и области получат подарки ко Дню Святого Николая. Немного праздника этим детям точно не помешает. Святий Миколай приходить не лише подарувати їм подарунки, а також дати добрі настанови, потішити, заохотити добре вчитися, поважати один одного, любити батьківщину. Кроме приема вещей, волонтеры продают свечи в виде елочек и ангелочков. Собранные от продажи средства тоже пойдут на приобретение подарков для сирот. Первый подарок обещают собрать уже 16 декабря, а 19-го развести вместе со святым Николаем.